В этом году на елку главы в городах и деревнях попали более 2000 ребят со всего округа. В нарядных платьях и костюмах любимых персонажей готовились к встрече с чудесами. В каждом учреждении культуры, где проходили представления, детей ждало свое уникальное шоу. В стенах Зимнего театра для малышей подготовили интерактивный спектакль «По щучьему велению, по новогоднему хотению». Роли в нем исполнили танцоры студии «Шарм» и актеры Народного театра юного зрителя. С наступающим Новым годом ребят поздравил глава округа. Пускай в вашем доме будет тепло и уют, семейное благополучие. Пускай все у вас получается. Вы все старались весь этот год. Хорошо учились, слушались родителей. Поэтому и в следующем году нужно тоже постараться. Любите своих родителей, а они всегда будут гордиться вами. Праздник подарил новогоднее настроение не только детям, но и взрослым. Мне понравилось, как зажигали елочку. Очень понравилась елка. Дед Мороз очень красивый. Царь вообще шикарный. Впечатление хорошее. Нам понравилось, что где там это он Емеля попросил это желание. Мне понравилось Снегурочки, Дед Мороз. Интересно, как они танцевали. И было круто вообще. В завершении все мальчишки и девчонки получили сладкие новогодние подарки.